Всем привет, друзья! Вовка на канале. Продолжаем качать нашего ДК. Странно, я проголосовал за сервер, но почему-то у меня есть только бонус выходного дня. И вы пропустили ПВП. Тут один лошарик из Орды, ворожинка, пытался убить нашего челика. Я ему помог. Потом, пока я тут стоял, думал, что мне тут прокачивать. Он прибежал снова, попытался меня убить. Думал, я в авке. Ну, конечно же, я ему навалял. О, еще один. Он правда, 80-й. Если он меня ударит, то мне жопа. Так, ладно. Задание мы взяли, да? Пойдемте сразу по этим заданиям. Конечно же, поедем на нашем кабанчике. Так. Нам тут кучу мобов. Надо снова убить. Мы охотимся для людей из лагеря Эрнест Уэя. Так, я еще баночку возьму. Куплю. Где у нас тут банки продаются? Вот тут. Смотрите-ка, золотые монеты какие-то. А, золото можем покупать. О, здрасте. Блин, а чё они так жестко бьют-то? Надо сваливать. Блин. Ни хрена не понял, как это меня грохнули. Блин, где мой труп? Человеки живые меня убить не могут, зато мобы могут. Налегке. Вообще правильно иду или неправильно? Отреспили меня, не понять где. По воде бегай, давай. Ты же дух. Где эти черти, которые на меня напали? Не хочу, чтобы сразу же снова. Так, пошли, станем. Здесь. Так. Что я хотел-то? Я хотел купить баночку. Вот эту вот. Почетный знак похитителя солнца использует на острове Кельданас. Что он дает? Кто-нибудь... А, это на 80 уровне. Но все равно напишите в комментариях, для чего эта хрень нужна. А, это за донат, понятно. Да, все понятно.
Так, ладушки, давайте сожрем эту банку. Где она? Где банка? Блин, что, места не было, что ли? И банка улетела куда-нибудь на почту. Твою налево. Давайте еще одну тогда брать. Так, не хочу я сейчас бегать. О, отлично. На дроп мне, в принципе, пофиг. Все, кого нам там? Самец, копытня. Толбук, шипоед. Чуть не прочитал шипоеб. Да, ребят, давненько Вовки не было на канале, да? Вот эти толбуки. Толбук самец, да? Не, шипоеды какие-то. Не здесь. Это дальше. Вот они. Шипоеды. Шипы едят чьи-то. Это же небезопасно. Небезопасное питание, как мне кажется. В этой серии мы тоже просто убиваем мобов. Так, ну, надо сделать так, чтобы мы все могли подобрать из того, что с них падает. Не, ладно, это ерунда. А, нам их просто убить, с них дроп подбирать не надо никакой, да? По квесту. Так, троих уже жмякнули. Ой, не ту кнопочку нажал. А, уже забыл, где все мои навыки. Так, ты кто такой? Самец копытня. И вот их тоже надо убивать, да. Хорошо. Ну и ладно, не унесешь, так не унесешь. Ничего страшного. Некуда класть. Отличненько. Дикий элик. Дикие элики нам нужны или не нужны? Прожорливые ветрухи, толбуки, вражеские отчаянные противники из Хаала. Защита Хаала, ясненько. Так, здесь мы всех оприходовали. Это обычный ветрух. Самец копытня.
Иди к папочке. Ах ты, милашка какая. Хотели бы себе такого питомца в реальной жизни? Некуда класть. На ютубе заметил, часто ролики появляются. Талбук шипоед. Ролики появляются, где люди диких животных себе берут, так сказать, лис там всяких, каких-нибудь кошек хищных. А я вот хочу самца копытня, ну или самочку. Да блин, опять не тот навык взял. Использовал, точнее. Я пока не могу использовать эту способность. Я больше не унесу. Ты больше не унесешь. Так. Знаете, я думаю, стоит перезайти сейчас. Может, просто очень долго доходит до игры, что я проголосовал. Выход из мира. Сейчас перезайду. Просто хотелось бы получить бонус и быстрее левел качать. Вкусный чаек. Ты не агрессивный? Да, вроде не. Ай-яй-яй. Блин, там эта музыка играет в лобби, которую YouTube банит. А, черт, нету. Почему нету? Печалька. Что это такое? Наносимый физический урон увеличен на 9%. Кровавая месть. Вау. Этот баф мы от чего получаем? Ладно, потом разберусь. Все, еще не изучил своего персонажа. Тупо по гайду его прокачиваю. Так, еще одного талбука. Здесь мы вроде всех уже кокнули. Некуда класть. Некуда класть.
Так, все, с этими разобрались. Теперь нужно этих громадных копытней искать. Пойдем в ту сторону. Будем гулять по лесу. Хотя здесь нету леса, в принципе. Так, поляна с небольшим количеством деревьев. Но зато свежий воздух. Речка, здесь и рыбку, наверное, можно половить. Так, где вы? Кто-то уже зачистил, наверное. Давайте пролетимся. Здесь уже кто-то перебил всех. А, не, вот один есть. Даже два. Ты живой еще? Нифига себе. На полоске ХП уже ничего не осталось, но он жив. Да, ну, как обычно, в комментариях, ну, я в прошлой серии говорил, что отвечать на вопросы типа... Зачем я здесь? Зачем? Зачем мы живем в запределье? Зачем мы вообще живем? О, там квестик. Ну, отвечу в последний раз, надеюсь. Потому что я эту локацию не изучал, никогда здесь не был раньше. И мне хочется ее изучить. Хочется пройти вот эти все... Территории, где я не был. Острогорье. Без понятия, как оно выглядит. Никогда там не был. Долина призрачной луны. Там я тоже не был. Ну, то есть, по-моему, туда ходил только, чтобы Иллидана кокнуть на офи. Лес Тиракар. Тут тоже не был. Вот. Мне интересно изучить локации. Так сказать. Изучить мир. Посмотреть квестики. Что тут да как. Вот. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Почему я не в Нардсколе? До Нардскола дойдет. Вербовщик консорциума. Похоже, вы довольно благоразумный высший эльф. Мы могли бы помочь друг другу. Консорциум ждет вас. Консорциум заинтересован в... предприимчивых сотрудниках вроде вас. Трудно найти более честных, работящих и милых в общении компаньонов, чем вы, чем мы. Все, что мы требуем, это преданность, верность делу и достаточная моральная гибкость. Если вы заинтересовались, обращайтесь к Гесхе, руководителю операционного отдела. Его можно найти в небесном лагере к северу от Ошугуна. Заинтересовался. Посмотрим, что там. Так. Самцы коп... Кого самцы? Копытня. Консорциум некий. Рассказал бы уже про свой консорциум. Что это такое, для чего... Так, еще двоих. Не достаю, слишком далеко.
Сейчас квестики закончим, слетаем. Мусор продадим, если тут некому. Я, кстати, знаете, что заметил, друзья? Во, смотрите. Близи, Абаддон, Верония, Альдрен, Альтрек, Баннерс, Богоубийца, Гримлет, Краусен, Краусен-то где? Легопас, Легопас-то где? Тариндек, дружище. Туорин, ребят, вы где? Я уже сколько серий записал, а вас в онлайне нету вообще. Что за хрень? Забили на Вовку, что ли? Учеба, все дела. А кто помогать мне будет, а? А? Че, орденские лаги? Это у нас здесь задание? Не, не здесь. Что это за городар какой-то? Городар. Ладно, пролетаем городар. Что нам там еще? Так, нам нужны еще ветрухи. Полетели за ветрухами. Не, я понимаю, тут вот большинство из моих друзьяшек, они как бы играли за Орду. И играют, возможно. Но некоторые-то играли за Альянс. Поэтому-то я и создал персонажа за Альянс. Чтобы вместе, так сказать, бегать. Ну, надеюсь, они не за меня забили, что я реже стал записывать видосы. Так. Вот они, птички. Слишком далеко. Мне нужна цель. Сколько опыта дали мне за убийство этой птички? Что-то я не заметил. Где пишет-то? Журнал боя. Что за все? Персонаж. Не работает, что ли? Ну ладно. Так, кто-то там мне написал. Привет. Дозлидон. Дозлидон написал. Привет. Привет. Привет, Дозлидон. Кто такой? Вот этот вот. Стоит прямо надо мной. Чё надобно, старче? Где моп из КВ? Какого-то моба разыскивает. Некуда класть. Так. Ну ладно, это... Это не кто-то из наших друзьяшек, это рандомный человечек,
которому помощь нужна была. На ютубе, блин, сказал ему, посмотри, на ютубе все есть. Так, я... А, во, опыт. 4158 за птичку. Это много или мало? Хрен пойми. Ну, вроде полоска неплохо стала заполняться. Даже с учетом того, что мне почему-то не дали прем-аккаунт. Ну, то есть не према, как это называется. Ну, за голосование, которое... Так и называется прем? А ну-ка, напомнить. Забыл. В общем, сейчас доделаем квестики, я, наверное, тогда я больше не унесу. Перезайду в игру вообще, в целом, и запишу еще серию. Сейчас нужно добить левел, задолбало уже 72-м бегать. А чё левел? Левел ап. А за это, а за эту птичку 3780. И в чем разница? Не понял. Что за рандом такой? Так, давайте-ка бафнемся. Блин, вот этот баф, он такой неудобный. Зимний горн. Он действует всего... Что это такое? Кольчуга какая-то. Такой себе. Этот баф, он действует всего сколько? 2 минуты. 2 минуты. Рыцарь смерти трубит в зимний горн, накапливая 10 единиц силы рун и повышая силу и ловкость участников группы или рейда в радиусе 30 метров от него на 8-6. Поняли? Неплохой баф. Его нужно постоянно использовать. Наверное, буду вместо вот этой хрени. Пока что. Трубанул и все. 2 минуты можешь... проще мобов убивать. Нужно подойти ближе. Да ты умрешь или нет? Господи. Что за промахи? Слишком далеко. Я больше не унесу. Выглядит так себе. Так, они... Может, они мне подходят, нет? А, 21, это кожа. Это кожа вообще. Не достаю. Слишком далеко. Так, еще двоих. Птичек. И можно идти сдавать. Забыл бафнуться опять. Да. Знай та девушка с Ютуба, которая сову приютила, чем я тут занимаюсь, она бы на меня защитников животных вызвала бы.
Так, ладно. Полетели. Так, а что это у меня тут еще? Этот квест разве был? Что-то не припомню. Ладно, летим сдавать, потом посмотрим. Летим сдавать задание. А что это? Кто-то там сидит. Кто это? А, это никто, это. Показалось. Глюки. Или просто слепота? Слепота, походу. Далеко ж мы забежали-то, а? От места, где квесты дают. Сейчас они стопудово опять нас пошлют каких-нибудь мобов убивать, охотиться. Так, тут этот челик или не тут? Если тут, еще раз накажем. Он может быть где-нибудь в стелсе тут рядом, потому что это был Рога. Жаль, я запись не запустил. Ребят, насладились бы ПВПшечкой в начале. Блин, не подумал. Как настроение? Отлично. Охота на копытней. Впечатляюще, очень впечатляюще. У тебя есть потенциал, малыш. Я тебя не малыш. Теперь я дам тебе шанс по-настоящему повеселиться. Так, знаете что? Я Удачи! прямо сейчас завершу эту серию. Сейчас перезайду в игру, прежде чем сдавать задание. Проверю, может там все-таки просто нужно перезайти, чтобы получить вот этот прем. За голосование. Вот. Тогда сдадим в следующей серии задания, чтобы больше опыта получить. Такие дела. Я с вами, друзья, прощаюсь. Ставьте лайкосики, подписывайтесь, комментируйте. Всем покеда. Увидимся в следующих сериях.